Ну я же не тупой. Все, что? Я всем привет, меня зовут Гурам Амарян. Я сегодня буду решать ЕГЭ по русскому языку. Сразу давайте учтем, что не базовый язык, да? В одном из выделенных ниже слов читать уже умею. Допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. Лягте на пол. Все правильно. Лягте. Ляг. Это если ты, если вас много, лягте. Их работа, но не их же. Все правильно. Горячие супы, не супа. Все правильно. 600 учениками вопросик. Поделить напополам вопросик. Как будто бы поделить пополам, можно сказать. Потому что напополам это какие-то хачи придумали. Нет 600. Я не знаю, кто это сказал. Типа я знаю. Если что, я знаю. Пусть. Я верю. Все, пусть будет напополам. А, никто не знает? Вы просто, да? А вы сами, да, никто не знает. Ладно, укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. Итак. Пренеприятный, преобладать, прекрасно. Преобладать «е», прекрасно «е», пренеприятный, как будто бы тоже «е», потому что «пре» в смысле «очень неприятный», значит «е». Безжизненный «з», потому что как бы «ж», ну вы поняли, потому что угу. «Бьет», «бьет» ж... мягкий знак, фамильярный, мягкий знак, и «льет» как бы тоже вряд ли твердый, тогда я где-то где пошел, и «льет» как бы тоже вряд ли твердый, блин. Взимать и, возыметь и, подымать и. И что, у меня два ответа теперь, где одинаковые? Преобладать при... Фамильярный точно мягкий же знак, да? Как фамильярный. Ну да. Значит, я с пренеприятным. Значит, будет пренеприятный тогда. Пусть вот такой он будет, значит, я тупой. Ну все, я выбираю четвертый вариант. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения. Молящий, наживший, завидно, отогнала, кремень. Подожди, в одном из приведенных ниже слов допущена ошибка. А, только в одном ошибка. Я все исправил уже. Кремень, кремень или кремень. Ей. Короче, будет отогнала, потому что отогнала. Мы что, не русские какие-то, что ли? Отогнала. Плечик ставлю. В одном из приведенных ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. Стоило бы надеть куртку потеплее. Правильно. У малыша отняли единственную игрушку. Правильно. Максим Горький советовал критикам обращать внимание на литературу в целом, а не на единое ее явление. Пусть. Короче, меня пока Горький смущает, что-то он туда ебает, конечно. И что, заменить на пароним? Мы пропускаем это задание. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Весеннее, вот так точно 2Н. Воды, приносят сверхурье следы пребывания человека. Рваные, 1Н, не трогаем. Поломанные, 2Н. Весла и другие, немудреные. Принадлежности рыбачьего обихода. Я думаю, немудреные пишется с одной «н». Ну да, не мудрили, от глагола. Все, 1-3, я выбрал. Оказывается, я сильно тупее, чем в школе был. Спасибо.